Садись в тут. Нет. Садись. Мне сейчас тут Ром. Как ты себя чувствуешь? А вот, видишь как. Ну, это хорошо. Это уже хорошо, что на своих ногах. Ну да. Но все равно на своих ногах. А летом побежишь. Да дай-то Бог. Будешь бегать, покататься. А кто будет из свободы? Виктор Андреевич уехал. Мы проведем. Игорь, выходи. Игорь, пойдет Добунов? Нету Добунова. А где Добунов? Он сам ушел. Стою небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди веселися мы, и очисти мне всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, благослови наше собрание. Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Батюшка, выступите, пожалуйста. Ну, пройдет, значит, я пройду. Я не вижу, что это хорошо. Садитесь сюда, блядь, ну, походишь в позе. Второе воскресенье поста. Готовьтесь к причастию. В субботу будет исповедь. Это какое будет число? Через воскресенье. Сегодня у нас 12-е, да нет, 8-е. Сегодня 13-е. Плюс 14 дней. Это 25-6. Воскресенье 27-е. Да, воскресенье 27-е, да? 26-го вечером будет исповедь. Вот. Если еще будет 40, я сообщу. Сегодня прощенный день, все прощаемся. Я в 4 часа. Полпятому буду в Покровском соборе, поеду там на чин прощения. Буду с митрополитом попрощать и с батюшками, с которыми имеем общение. Кто желает, приходите туда. А во сколько там будет? Там служба, конечно, с 4, но дальше там уже с 5, наверное, будет.
Как мне сказали, что чин прощения будет с 5 часов, значит, наверное, с 4 начинается. Так, ко мне какие вопросы есть? Никаких. Здоровье как у вас? Что? Здоровье как у вас? Здоровье, отличное здоровье. Ты видишь, как здоровье спрашиваешь? Хожу, видишь, говорю даже еще. Хоть не слышу, сам говорю, голос свой. Это даже не скромно спрашивать, о здоровье живой человек стоит. Да. Уши заложило что-то, я говорю, а свой голос не слышу. Мертвого поздно спрашивать. Поэтому нет, я хор слышу, что они говорят, а мне в тон попасть, я не слышу свой голос. Это интересно просто. Обычно другого не, а это свой не слышу, другого слышу, а свой не слыхает голос. Говорю, как где-то далеко. Какая-то пробка у вас. Простуда, да. Простуда. Это простуда. Небольшая, простуда, наверное. Так, что еще? С ушами аккуратнее. Ну тогда занимайтесь еще. Батюшка, таять начало в деревне, нет? Что? Таять начало в деревне. Ну, дорога будет. На солнышке с крыши, которой снег ставил, сбежал, и все. Остальное все лежит чистенько, беленько, все ровненько, нигде ничего нет. Прекрасно еще, пока у нас еще нет. Все чисто, белое, хорошо. Вот. Вашу фазенту нет никаких следов. Они уже видать, есть. Кот прошел, там кот прошел. Уже эти есть. Рябчики или там куропатки входят, тоже ходят, заходят. Нет, уже вот. Начали чистить. Кто? Когда? Вчера. Вчера? Ну, вчера может быть. Вчера я уже не был дома, это не знаю. Позавчера ничего не было. Все было тихо и смирно было. Ну, да, занимайтесь тогда, давайте. Я пойду переоблачать. Занимайтесь еще. Долго не задерживайте. Нужды наши, давайте узнаем. Цель нашего собрания – узнать нужды, помолиться. Вот батюшка, у него уши слышат плохо, здоровье плохое. Надо об этом помолиться. Болящие, тут у нас совсем болящие даже пришли. Маргарита, сестра, о которой в прошлый раз говорили, что она чуть ли вообще не ходит. Подвижница, слава Богу. Пришла, слава Богу, Игорь, да, спасибо всем, братья, сестры, за молитву. Благодарю вас всей души. Братья, сестры, кто может подвозить, подвозим, всегда интересуемся о том, чтобы... Иногда надо позвонить, бывает, человек хочет прийти на собрание, на богослужение, не может или стесняется кому-то позвонить сами. Узнаем списки всех людей, кто болящий, и позвонить, узнать, у кого-то есть какой-то сестра. Да, я прошу молитву всех о дочери Маргарите, что Господь... Так, я прерву немножко, я забыл сказать. Звонила мне рано утром Нина Александровна Жолнерова, звонила. Угу. Вот, она не приедет сюда. Поэтому, говорит, чтобы просила, что если кто имеет на нее что, то простили бы ее, чтобы. Вот. Она, говорит, там сегодня, может быть, говорит, что-то и будет такое, что необыкновенно просит, значит, воздохнуть ну, и да, помочь. Вот у кого какие нужды, давайте объявим, чтобы знать, помолиться о чем. Вот. Мне спросили, почему-то ушла Татьяна Александровна, сейчас Цангаева, ничего она не сказала, и о Барышниковой Валентине. Для меня сведений нет. Утром я рано позвонила, 5:20, отключилась. Что случилось с сестрой? Она не пришла на такой важнейший день. Ну, хотел сказать, мама моя, там у нее неожиданно произошло, ну как, это, операция должна была быть там 14-го, 21-го, потом 14-го. А потом еще раньше сделали, в начале этой недели, в общем, сделали операцию. И нормально все получилось. И она благодарит за молитвы. То есть, слава Богу, выписали. Ну, в понедельник там надо будет появиться, и все. То есть, а так, аллилуйя. Про Татьяну Цингаеву я сразу скажу. Она подходила и сказала, что она просто остаться не может срочно, ей нужно. Она пошла, она тоже болеет сильно, ноги у нее там... Валентина в прошлый раз была и сказала, что вода у нее появилась. Да, да. Главное, Барышника, чтобы... скорее всего, у нее это, что у нее вот это, ну, наводнение там или что. Наводнение. Да, и еще начнется. Я хотела всех вас попросить, это что Янчук, Валя, они все знают, что она в больнице и это, с сердцем. Молитесь. Просила тоже прощения она у всех и просила помолиться. Ну а так у нас больных много, но все перечисленные были больные. Че ушло? Путешествующие у нас. Дороги сейчас опасные. Меняется погода, то
растает, то еще где-то скользко, поэтому будьте осторожны на дорогах, особенно в утренние часы и вечерние, когда подмерзает. Сегодня у меня тоже чуть не выскочил. И вот еще хотел сказать, сегодня с сестрами говорили, если там у кого-то сестер нужда есть такая, что вы там нету чего-то там, нужно подвезти в магазин, и то, пожалуйста, звоните через Татьяну Кузьминишну, она позвонит братьям. Вот ко мне, в частности, всегда звоните, я практически всегда свободен. Могу подвезти, что надо, или куда там надо. Может, в поликлинику, что-то там такое. И еще, когда вот подъезжаем, забираем сестер, то вы далеко не ходите. Ну там, по силам. А то действительно очень скользко, особенно около подъезда. Сейчас скользко, поэтому, сестры, не стесняйтесь, обращайтесь к братьям. Ну, смотрите, вот этот период можно, если возможно, и дома пересидеть. Но если уж воскресенье, как говорится, то милости просим. Сейчас особо такая пора скользкая. Падают и взрослые, и старые, и младые. И дети. И дети. И, да, очень осторожно, ломаются кости, поэтому будьте внимательны. Сейчас такой начался сезон, мы это озвучим, чтобы были внимательны на дорогах и ходили. Хоть Виктора Андреевича нету, но он дал возможность. Медицинскую тему мы поднимаем, у нас обычно. Я заходила в подъезд. У тебя можно. Рецепты я не знаю, конечно. Так умерла. Кто у нас еще, какие у нас сестры нужды? Помолимся о болящих. Игнатию Тихоновичу дадим слово. Там половина в коридоре стоят, ты как-то бы тронулся. Да, половина, что нет, конечно. Их будет касаться. Там посмотри, сколько их. Бегают там, а с ребятишками играют. А нет половины-то? Нет половины, из этого выше две трети из коридора. Половина. Это люди не интересуются жизнью общины, это очень печально. Это да. Просто прийти отстоять, это... Да, и все. Вот много заботятся о нравственности. О нравственности заботились и у фашистов, и у коммунистов. Не думайте, что фашизм это был только все пьянь и дрянь. Нигде не пишут, сколько изнасиловано было немцами. Вообще, за это расстрел на месте был. А русским взяли Берлин, отдали на откуп. 100 тысяч женщин было изнасиловано. Насиловали, убирали, в окна выбрасывали. Сейчас все это показано по всему миру. Почему? Нравственность искали не в том месте. Вор ворует, поймал его, что дальше? Ему расскажи о Христе. Воровать плохо, но ты Царство Небесное теряешь. Царство Божие не наследует вор. Соедини любой грех с тем, что говорит Святая Библия Христос. Если этого нет, хороших людей, нравственных, в аду будет очень много. Убежавший из ада, он об этом говорит. А нас, говорит, здесь много хороших в аду. Я буду быстро спрашивать, а вы быстро поднимайте руки. Кто видел фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Видите, как много. Хороший фильм, поставленный, ну, о том, как опуститься туда лет на 300 в прошлые времена. 300. Это можно книгу взять и прочитать. Воображение немного, у тебя фильм каждый день будет дома. Ну вот поставили фильм один, который вперед посмотреть. Вот современный человек и окажется там, через 100 лет. Что он увидит? И вот показывают, как написали книгу преподаватель семинарии духовной, профессор. Ну, все согласились, книга действительно хорошая написана. И только один, там, доктор богословия, он болел, пришел и говорит, а почему ты нравственность не увязываешь со Христом? Человек, если добр во имя Христа, тогда это имеет смысл и навсегда. Не так, что я бороду отпустил, хочу посмотреть, какой был. А если ты знаешь, что это Бог запрещает, ты никогда не прикоснешься. И тоже был изобретен прибор, который перемещает вперед. И поставленный фильм называется «Преобразующее время». Посмотрите, есть что. Он ратовал за нравственность, говорил иногда о Христе. Вот заметьте, мне ссылки дают и говорят, вот заметили, патриарх говорит, если говорит в храме, он слово «Христос» упоминает иногда. Где, говорит, с мирскими людьми никогда, слово Библии никогда не учаплено ни у кого, вообще нету. И он, этот человек, который хотел только нравственность, теперь оказался там и увидел полностью развращенное американское общество. В Америке все происходит. Я до конца не разобрался, может, и в Англии даже. Нет, Америка все-таки это. И он видит, как люди просто формально верят, и ничего нет. Ничего нет. Для виду пришли. И он им, перенесенный из этого времени, говорит, как же воскресный день, а тебя нету.
Ну, я на Пасху, на Рождество хожу. Ну, 2 раза это мало в год ходить. И он начинает говорить о Христе. Все не расскажешь. Кто хотел бы посмотреть, отдайте, у кого надо. Кто может посмотреть в Ютубе? Да посмотрим. Да. Передать, возьмите, готово, чтобы дома надо, найти. Мне не надо, я запомню. Кому дать еще? Нет, дайте. Возьмите. Которая уже все здесь, только нажать надо. В Ютубе. Которая в коридоре, им передайте. В интернет, если есть. Да, это уже ссылка. Значит, нужно во время поста поставить так себя, чтобы перенестись в то время, какие плоды будут от нас, когда мы умрем. Что будет? Не придется ли раскаиваться за это прощенное воскресенье? Христа ради, Христа ради. А вышел, знать тебя не знаю. Самое простенькое. Когда совершают крестное знамение, посмотрите, то человеку не кланяются. Это кресту, когда священник с чашей и крестом благословил. Вы друг друга сегодня кланяетесь, больше половины кланяются и крестное знамение совершают, крестится. И одну даже задержат и говорит, не надо. Она отвернулась и тут же опять перекрестилась и поклонилась. Я понимаю, что это наш костяк, это похоронное бюро, говорится, напрощенное. Но все-таки, замечайте, что нам говорят. Поклонение с крестным знаменем только Христу. Когда перед святыми иконами кланяемся, все. И на следующий, если Бог даст дожить, вы знаете, что считаться будет канон Андрея Крицкого. У нас не назначили, какие дни-то это? Надо завтра сейчас назначать. Ты начинай. У нас 3 этажа этому канону сделано. Просительный, который он сделал, мы перевели его благодарственный и славословие. Канон Андрея Крицкого. Пока, известно мне, нигде так не считается, как у нас. Ничего не меняю в этом каноне. Но настроение другое. Канон тот написан, который Андрея Крицкого для оглашенных. Для выведенных вон. Чтобы они вернулись. Но мы в конце концов, то не оглашенные, готовимся к причастию. И считая этот канон, должны понимать, что он только начальная, прошедшая уже ступень. И вот это преобразующее время, чтобы это было в нас. Не слушается ребенок, ты ему скажи, Господь заповедовал, Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. Слово Христос и Иисус включите везде, где бы что ни делали. Даже спрашиваешь, вот подошел спросить, незнакомый в городе милиционер стоит, или полицейский теперь, ну а как тут? Очень просто. Добрый день, он скажет, добрый, я из глубинки, по милости Христова я прибыл сюда. И не знаю, как пройти. Вы ради Христа скажите мне, где этот адрес? Вы уже 2 раза упомянули. Свидетели Иеговы заменили слово Господь, то есть вставили в оригинале Иегова. Это 7250, кажется, 50 раз в Библии слово Иегова звучит. У нас ни разу. И когда их где-то прогоняют, кто-то в комнате говорит, о, пришли тут эти свидетели Иеговы. Они идут и радуются, хоть выгнали нас, а слово Иегова сказали. Они никогда не говорили, они язык свой святили люди. Вот это должно быть от нас. Даже не знаешь ни одной молитвы, просто повторяй, Иисус, спаси. И этого достаточно, чтобы сатана попятился. Почему молитва этого много? Их Аллах Акбар, слава Всевышнему Аллаху. А мы говорим, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это ниже, чем у мусульман. У них словословие 3-я ступень. Их бомбят, бьют, Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар, везде кричат, все. То есть слава Богу, слава Аллаху, слава Всевышнему, слава Несравненному. Мы еще до мусульман не доросли. Из этого поста мы должны выйти такое, чтобы могли сказать Иисус Акбар. Иисусу слава во веки. Аминь. Так, ну, у нас никаких праздников нету, будет, значит, 15, 16, 17, 18. Будет читаться в 4 частях великий канон покаянный Андрея Крицкого. И ну, мы так по традиции, чтобы кто-то, кто работает, в 6 часов могли ну, прийти. Мы начинаем в 6 часов. 14. То есть с 15-го. Сегодня 14-е. Сегодня 14-е. Ага, значит 14-е, 15-е, 16-е, 17-е. Да. С понедельника по четверг в 6 часов вечера здесь будет читаться канон Андрея Крицкого.
Брат Игорь Владимирович Дубунов, основной главный чтец здесь будет. Ну, может, еще кто-то будет. Сказать. Вот это еще. Игнатий. Батюшка идет. И мы те годы всегда ходили на прощенных в Покровский собор. Как вы считаете, можно было бы сходить нынче? Остальные? Батюшка уже приглашал. А я не слышал. Он пригласил, сказал приходить. Ну, это служба там не раньше с пяти. Не раньше пяти начнется. С пяти будет прощение. Служба или с четырех? С пяти батюшка объявил. Да, с пяти, да? Ну вот если кто может пойти сегодня? Никого нет. Ну и мы не пойдем. Ну можно было бы к концу подъехать с Евангелиями и посмотреть, что там с ними будет. Будет трясти ребятишек или нет? Ну а так что? Сходить-то можно было бы, ну смысл какой, вы знаете. А вот подъехать Евангелие раздать с визитками, я думаю, что давайте этим делом займемся. Как вы считаете? Я считаю, вот теперь митрополит Сергий Иванников. На прощенное мы ни разу у него не были. А отношения у нас очень хорошие, по сей день были. И батюшка идет туда. Так что кто его бомбили там, нападали-то, ничего они не сделали. Он остался верен своему слову. Ну что, подъехать за вами? Я не знаю, но я бы не против тогда. Ну ладно, давайте договоримся тогда. Я подъезжаю. Кто-то пораньше подойти, чтобы спросили, официально дали разрешение снимать. Прощенное, чтобы снять там у них. Они нам никогда не отказывали, когда мы подходили. До разговора нет, а говорят, снимайте, что хотите. Ну, это память. Вот где я буду читать Андрея Крицкого, патриарх, все выставляется в интернет. Все. Так что миллионы людей могут вместе с ним молиться. Кратко, у кого еще какие новости, пожелания, благословения? Ну, только приятно посмотреть на них. Сегодня будет вечернее богослужение, занятие, поэтому давайте тогда закончим собрание и начнем. Сейчас будет трапеза, занятие, и еще кто хочет попробовать, ну, у кого силы хватит, то полпятого. Начинается служба, как я понял, в 4 часа. Но с 5 часов батюшка сказал. Батюшка пойдет к полпятому, а где-то к 5 часам. Ну знаете, там попасть сложно бывает. Ну, вернее, там и люди придут, поэтому старайтесь заранее. Часов 7 придут. Мы эту службу прошли. Нам непосредственно прощение. Даже большинство по желанию. Я вам сроки, я озвучил сроки. 4, полпятого. Кто там будет, скажите, ты будешь там? Конкретно. Пока точно не могу сказать. Вот был бы ты там, ты бы вышел и позвонил и сказал, давайте. И все, и мы бы пошли. Не кончится. И мы бы раз подъехали, и все. И уже раз. Ну, то есть свой человек должен быть всегда. Ну что, пойдешь? Нет. Только 100%. 100% не могу сказать. Ну, подъезжай 100% и позвонишь. Или ты... Да, ну, начинается. Не я же семинарист. Это ты там свой, а я-то что? Я знаю все, что будет про меня. Я везде свой. Только Евангелие покажу и начнется. Я везде свой. Что? Кого не дразнить? Что, с ума посходить? Ну, почему? Причем тут дразнить? Евангелие раздается. Это, я Евангелие даю людям. Что, совсем что ли? В храме, никто раздавать не будет Евангелие. Евангелие будет раздаваться возле входа. Надо там просто посмотреть, где, чтобы никому не мешать. И люди идут это между собой. Дать Евангелие. Почему нет? Это хорошая, благочестивая акция современным языком. Мы всегда так раздаем. Вот. Когда вести себя вежливо, говорить о Христе, раздавать Евангелие. Все, что молчи, все просто. Это, сестры, братья, давайте. Так, ну если ничего нету, давайте помолимся, и все по плану. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, Христа блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити.
людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя, и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Слава Христа. Сестры, сразу давайте столы накроем.